Урок 10. Грамматика. Надзюр эф. Какого рода дом? Неде эф. Надзюр алма. Какого рода яблоко? Неде алма. Надзюр китаплар. Какого рода книги? Неде китаплар. Вопросительное слово «неде» является синонимом вопросительного слова «надзюр». Когда вы ставите вопрос к словам прилагательное, характеризующее предмет «неде», более популярно. Но оно может ставиться к словам наречиям, характеризующим действия глаголом, как «нядзюр» может ставиться только к прилагательным. Поэтому мы можем спрашивать «нядзя нядзюр эв?» «Бюч баладзя чёйна тязя?» «Нядзя читав?» или «нядзюр читав?» «Мараклы тязя баладзя?» «Нядзя адам?» «Нядзюр адам?» «Яхшы?» «Пис?» «Тәләпкәр?»